Новые советы по правильному питанию и усиленные физические нагрузки. Позади остается большая часть проекта «Худей и богатей». За это время изменения в теле, здоровье и даже в отношениях с близкими заметили все участники проекта. Определенные результаты заметили даже те, кто пришли в проект позже остальных. Конечно, мне все это выдается очень с большим, великим трудом, но я стараюсь. На сегодня у меня минус в объеме в тазе 3 сантиметра и в талии 1. Я считаю, что это большой прогресс. Здесь я поняла, что при правильном питании и правильной физической нагрузке можно сбросить вес и подтянуть свое тело. Я бы хотела отметить навыки упражнения, которые будут полезны как на тренировочном процессе в зале, скажем, так и дома. Это большое преимущество данного проекта. Главную идею проекта о том, что привести себя в форму можно в любом возрасте и за короткие сроки, на себе смогли проверить более 20 нефтекамцев. Все они продолжают работать вместе с тренерами проекта, которые, в свою очередь, заметили новую активность участников. Мы увеличили продолжительность тренировок минут на 15-20, то есть если раньше тренировка длилась около 20 минут в день, то сейчас уже тренировка идет 40-45 минут в день. Все участники с этим справляются, они довольны. Мы даем упражнения, которые можно делать дома, в любом месте, без проблем, используя минимальный инвентарь. Нагрузки, которые мы сейчас на первом этапе давали людям, позволили им немножечко набрать выносливости. До окончания проекта осталось совсем немного времени. Судить достижения участников будут лучшие инструкторы города, а участник, добившийся наилучших результатов, получит главный приз – 20 тысяч рублей. Лилия Ахмедова, Татьяна Галиева, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».